Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас у нас будет просто achievement run. Мне осталось в игре без DLC выбить буквально 3 ачивки, по-моему. Поэтому, типа, не рассчитывайте на особо увлекательность действия. Скорее будет систематичность и что-то там. Сначала нам нужно, короче, выбить ачивку, которая, суть которой заключается в том, что надо выбить и темку 25 уровня из босса. А для этого достаточно надо хорошо к этому подготовиться. Чтобы к этому подготовиться, нам нужно найти Intel, которого не видно нигде. Нам нужно знать это, как его... Слабости. Пары этих. Но чтобы получить и темку на один уровень выше, нам нужно... Нам нужно... знать слабости чувака, поднять его до 20 уровня, сделать его варчифом, позволить себя убить. Короче, много всего. Но в данном случае нам нужно найти какой-то где-нибудь Intel. А, может, я каких-нибудь знаю уже? Никого не знаю, потому что что-то... О! Stealth of Karagors. Не, Karagors достаточно гебардис. Не везде можно Карагоров раздобыть. Торопился. Я хочу тебя захватить. А, это была смерть. Неловко, я думал, это не смерть. Бардил. Амбуш. Бистхант. To guide us in the land of shadow, where all other lights may fail. Pale reflections of the light of the two trees and memories of a lost kingdom. Ладно, походу я здесь не найду в этой локации, да, перейдем в эту, может быть там, блин, какие-то есть интелы мне нужны, давай. Так, просто носимся по карте, ищем где-нибудь интел. Она мне нужна. Но не похоже, что она здесь где-то есть. О, вон вижу Intel. Все понятно. Thank you.
Вот этого узнаем, что они там. Hate of Burns. А, нет, Hate of Burns, не Fear of Burns. Было бы неловко, если бы я его начал промонтировать. Так, self-image, дамаж. Нет, тоже нет. Что за микролаги? Нет, опять же. Посмотрим, что там есть. Или там у меня все почти захвачены. О, Intel прям рядом. Опять нет. Так, вон там еще Intel. О, Fear of Ghouls, Fear of Magrifies, Fear of... тоже не очень. О, еще есть один. Хочешь, чтобы крейси? Ну давай пусть он меня убьет. You shall abide.
Scream, Grob! Give up! We have you outnumbered! Так, нет, тебя я не хочу, чтобы ты меня, я хочу, чтобы это меня убил. Давай, убивай меня, а я тебя. Вот это что ли? With Sauron. You forged the rings of power at his side. Our motives were the same. To heal a land wounded by war. My weakness was to be seduced by evil that seemed fair. He is the master of lies. I hate your mouth off! Dadagor! Так, давай, расскажи нам о нем. Так, Рогарс. Ну, можно, типа, нормально сделать. 16 уже неплохо. Давай, бей меня больше. Мне надо, чтобы ты стал 20 уровня. Так, отлично. Так, еще раз посмотрим, что мне точно надо сделать. Мне надо, чтобы он стал 20. Look forward to these visits, Ranger. Так, какого он уровня? 17-го. Еще три раза, видимо, он меня должен убить. Неторопливо. Неторопливо.
Нет, не тот. Еще мы можем пока убить этого и занять, чтобы его место тот занял, да? Значит, этого можем протежировать. Отлично. Can't escape me. I know this land like my own nose. Пил отлично, еще выше стал. Так, теперь он должен стать. Встретимся их с ним еще раз, наверное. See only darkness before me. We cannot rest now, Talion. We must see this thing to the end. Someone shoot him on that ground! Ashgard. Меня интересует чисто Ашгард. Блин, нет. Ладно, видимо, фи-фи.
Слушай, а может вот этого я могу... У него же есть какая-то, нет? Нет. Ага, ашган, отлично. Хорош, он мощный. Отлично. Your odds get worse every time you face me. Давай вот этих всех ребят убьем. Тогда аж... А, нет, погоди, нет, рано-рано. Он должен быть 20 уровня, иначе я вряд ли не смогу. Хотя, почему бы. Destroyed, but if we are... We shall drag Mordor with us into the flames. I swore vengeance on the betrayer. Like my grandfather, it seems my oath has been the doom of many. Давай, убивай меня. Отлично. Ой-ой-ой, нет-нет-нет. Не та кнопка. Так, отлично. Really? You thought it'd end differently this time? Repeats the pain of the first. Even as my memory fades, I cannot see my family. Only the face of the Black Hand before my waking eyes. Only the final death. Так, давай, 20 уровня станешь, пацан. Wraith Demon! Oh, it's always the same story with you. We meet, we fight, I kill you. Ты понимаешь, что я просто позволяю тебе это делать? Всё. Еще не чинить телохранитель, да? Значит, надо освобождать место там.
darkness of the future and can see no light. We are a light for others. To follow. Очень жаль, но вас придется убить. Жаль, такие красавчики, такие мощные. Без звука. Your reign of terror ends. О, отлично, стал варчифом, да? Это мой дружочек, да? Так, значит, что у нас там по этому надо? 20 левелов, да? Strong King. For Revenge. Угу, все, теперь нам надо, значит, с ним встретиться. Да нет, чего мне открывать уже? He is too cautious to confront you directly. We must find a vantage from which to strike. Ладно, хоть не очень сложно, по-моему, туда залезть было несложно. Yeah.
range. I'll have him on his knees with his heart cut out in no time. Captain's got a target on his back, and the range is aiming for it, I heard. Так. Что нельзя? Стелс, стрэндж. А, он... Значит, нам нужен огонь, да, что? Determined little thing. You like a lagging dog. Ага, этот отступает теперь, да? И давать ему бежать. Хорош, он бегает прям хорошо. Будет обидно, если он убежит вообще от меня. Серьезно, это не... О, 25 уровня, отлично. Все, отлично. Так, теперь следующее у нас там что было? Надо было найти. Когда? Рекрутмент. Кушен, пирсинг лайт, тачебл.
pop your eyes out with my own fingers. Нет! Это же мой. Так, ладно, хорошо. Край Хэвок, Амбуш, Рекрутмент, вот тут. Как там что было написано? Что с рекрутментом? Лучше бы, конечно, его найти, да? Кто будет? Ну, руквоманагер. А, он, то есть, типа, точно там будет, да? Ну, попробуем. Any trouble? I just need some new recruits. Leave me alone. You maggot! Why you gotta come here now, eh? Why you gotta have such bad timing? Да что ты тормозишь-то? Нет, это били.
Так, надо отступать тогда. Нет, не получилось. Значит, надо, короче, делать их своими. Да хватит вы. Нет, это не прокатит, надо выходить. Не, рекрутмер тут жестко. Короче, для чужого. Это тоже рекрутмент. Рекрутмент, может быть? Амбуш. Что я могу сделать с ним? Execution. Right.
Не-не-не, тебе надо это. Celebrate me getting a promotion! Эмбуш, страйк from above, ничего интересного. Тут чё? Beast Hunt, ничего интересного. Ну может тут рекрутмент лучше пройдет. Worthless as you look. Think you're strong? Prove it. Not impressed. Prepare for death, Ranger. You won't break my jaw that way. You stupid worm. That won't work. Oi. Yeah.
fight like real warriors. Блин, а это рекрутмент ресолв, да? То есть, типа, окейшки. Ничего интересного. Execution. Понятно, еще раз. Beast Hunt. Амбуш. Нет, опять все нет. Может, не, нельзя? О, нет, экзекушн. Да, у этих перестали спауниться миссии, видимо, я потому что... Какие у меня тут остались мои, да? Кажется, понял механику, что мне надо примерно сделать. Эмбуш. А вот там что еще? Beast Hunt. Дуэль. Trial by ordeal. И все. Эмбуш. Beast Hunt неинтересно.
Эмбуш. Вообще. Экзекушн. Бисхан, интересно. Эмбуш. Дуэль. Может, мне реально надо кого-то маленького найти? Экзекушн. Бистхант. Кешки. Всегда будет дуэль, да? Всегда будет дуэль. Всегда, видимо, будет амбуш. О, рекрутмент, отлично. Отлично, наконец-то дождался. Не зря так время крутил. Что там, значит, надо нам сделать? Угу. Прям просто. То есть главное было дождаться. Сейчас, в общем, его спасаем. И как только миссия заканчивается, взрываем бошку. We're busy. Go bother someone else. Жесть, конечно, тормоза, видимо, от сворачивания и разворачивания игры. Сразу взрываем его.
Отлично. Не знаю, чем прикол этой ачивки, но whatever, типа, получили мы ее. Так, сейчас я выйду, чтобы память, видимо, очистить. Жестко, много. Офигеть. Ну, то есть выглядит несложно. Так, значит, вот сюда. Так, теперь вот сюда. Чтобы день был, да? Вроде день. Ну, может, не совсем день считается. А, вон идет, да. Thank you, Roger.
возвращаемся обратно. Видимо, повторяем. Your best chance. О, отлично. Было проще, чем я думал, но окей. Теперь можно, значит, наверное, начать это. А почему у меня так тормозит все? Что-то жрет. Непонятно, что жрет, но что-то жрет. Можно теперь... Давай перезапустим игру на всякий случай. Долсишки начать. Lord of the Hunt. If Sauron can muster beasts alongside Uruks, his war machine. I do not have time for another one of your hunts, Master Dwarf. Ah, but this is your hunt, Captain. There's a pack of war chiefs just arrived in Nurn. Call themselves Beastmasters. That does sound like my kind of prey. What do I need to know? I know you're familiar with the Karagors. I taught you everything you know about them. But let me tell you about their cousins. Torvin, what of the war chiefs? You didn't bring me here just to hunt another wild cat, did you? Just a design, другой. А кто-то другой вообще? Attention, Captain. These Karagaths are a silent, stealthy breed from beyond Nurn. And they can sneak up on just about anything. And what's worse, this new beast tamer has been burning the brushlands to the north. He means to capture them, break their will, twist them into Sauron's war machine. Every war chief is a scourge upon this land. Beastmaster or no, I will end them. Whoa, slow down. First thing we need to do is foil their plans. And I see no better way of doing that than using the very same Karagaths against this orcish scum. Show me how to find one of these creatures then. Gladly, Captain. Так, ладно. There's a Karagath hiding in those bushes.
А чё, у меня все есть осознанности? This beast does look useful. Угу. Пергамент, так, Свен Молтингер, Хоту Сник, Валтон Сникинг, Престов, Молтин Стелс. Угу. Карагав. Да, такой лайтовый стелс. Изян Изяныч, когда этим были, я уже проапгрейджен, видимо. По сути, видимо, Долси оставил их этих. Natural fiend needs to be put down. To draw him out, use the Karagaths against his war camp. The more Uruk that die by their shadowy bite, the better. I would. То есть вообще всех пятерых надо. Do not let the Uruks exert mastery over these camp. A
Karagaths. They are too dangerous. How come you didn't eat any of your slime? Didn't want any. All I'm hungry for is that filthy Tark's head. Among the orcs of Mordor, their greatest are the fighting Uruk-hai. And among them, their vicious captains reign over the tribes and armies with ironclad fists. I've dodged more than one pack of foul Uruk on my hunt in these dire lands. And I've stolen glimpses of the rite of ascension among these foul folk. Only the strongest and most devious lead. Slaughtering their own kind until none stand to oppose them. Brutal, savage, dangerous. And they don't smell very sweet either. Что, у меня все залетело? Видимо, как-то кривенько перенеслось. Почему скин-то другой, не пойму. No doom keeps this dwarf from the grave. Impressive. Pay attention, Ranger! I think your ride is here. Follow me! The Butcher sending out extermination parties. They're wiping out every creature they can find. They're brutal killers, a lot of them. An ambitious war chief with a well-trained army. Sounds like a challenge. But if you've taught me anything, Master Dwarf, it's that the Hunt can always turn against you. I'm not entirely sure what's happening in that mind of yours, Captain. But you've baited the hook now. Come on, out with it! I will bring a Grog to bear against their forces. I will show them Mordor cannot be tamed. Now that's a plan! Not very military, though, is it? You've been spending a bit too much time with me. But there's, one little problem you should know about. Despite all expectations, your problems are rarely ever little, Torben. Yes, well, then this shouldn't surprise you. These troops have already taken down a Grog. Or three? You'll need to lure out a rare, wretched Grog. A disgusting relative who's adapted to the poison from all the ghouls they eat. Wretched Grog? Isn't that a bit redundant? I'm not sure what redundant is, but if it means poisonous, then yes, they are extremely redundant. All right, Master Dwarf. Show me how to lure these creatures out, and I will do the rest. Just a few scouts tangling with those ghouls. They should make easy prey. Put up your blade, murderers! Your savagery comes to an end this day! This isn't our first adventure. We always travel in packs. Looks like we may need some help after all! Time to put your plan to work, Captain!
отлично. А, вот понятно, откуда он делал сишки-то. Дал ты, то им промит вамит. Очень понятная механика. Отлично, сработало. As he remains safe in his stronghold, he'll train more of those killers. Show him the safety he can expect with a wretched Graug at his doorstep. Mm-hmm. Even the Uruks fear the monster. Короче, я, наверное, на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.